На конкурсе «Надежда Европы» вокалисты и учащиеся Ольги Малеевой, преподаватели детской школы искусств города, уже не новички. В этом году достойно представила школу новочебоксарская девочка Катя Яродайкина. Она стала лауреатом конкурса, заняв 3-е призовое место. Трудность состояла в том, что при огромной конкуренции среди большого числа участников конкурса жюри выделило всего 3 призовых места. Все участники были со всех регионов нашей страны и ближнего зарубежья. Больше всех мне понравились участники из Армении, потому что у них очень сильный вокал. Каждое выступление я прослушивала внимательно. И я училась, как правильно контактировать со зрителем, как вести себя на сцене. Помимо вокала, Катя занимается еще в детской художественной школе в 3-м классе, увлекается живописью. По словам юной певицы, поет она всегда и везде. Восхищенные взгляды слушателей и их аплодисменты рождают в Кате желание петь еще и еще. Хочу сказать большое спасибо своим педагогам, родителям, что у меня получилось такие красочные каникулы. После победы в международном конкурсе «Надежда Европы» Катю пригласили принять участие в конкурсе, который пройдет в Испании. Я очень рада, что мои каникулы были такими красочными и увлекательными, и я буду еще стараться и работать, стремиться к своей цели, чтобы выступать еще на разных конкурсах.